подлежит призыву на военную службу? Какие меры профилактики COVID-19 будут предприниматься в ходе проведения весенней призывной кампании? Сколько длится срочная служба и с какого момента она засчитывается? Какие документы новобранец обязан предоставить призывной комиссии? Смотрите программу «Город С» 16 апреля в 18:15. Гость в студии – начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Самарской области подполковник Дмитрий Шевчук.